Приветствую вас на канале Asmodee Play. Мы продолжаем играть первую часть BioShock. Так. Болты с остальным наконечником. Что мы тут имеем? Так, так, так. Неплохо, конечно, блин. Неплохо. Но что-то даже очень страшно, я скажу вам. Пойдем. Почему у меня через исчезновение какие-то проблемы? Неизвестно. Макет. Сколько ты себе представить не можешь. Взял? Взял. Схарчил еще как. Так. Где? Кто-то кашляет. Да. О, хватит. Тихо. Вернись, пожалуйста. Ну давай, черт возьми. Где ты, падла? Вот так. За тобой больше бегать надо будет. Ой, ну баба-то да, мощная. Что ни крути, баба мощная. Нет. Мне что, на восстановление дадите? Нет. Так, куда мне надо? Станция Прометей. Ну неплохо, смотрите, на Прометей продвинулись. Протечки, безумцы. Идет сохранение, пожалуйста, не выключать компьютер. Не выключаем. Под коньячок играем. Ладно, ладно. Да тихо. Ну что ж, я готов. Учти, приятель, мне принадлежит Адам в этом городе. Так что потанцуем. Ничего себе. Иди за этим идиотом, легко тебе сказать. Так. Подожди. Огонь сейчас утихнет. Уйди за этим идиотом. Легко тебе сказать. Мерзавец прямо у меня за спиной, а я и не слышал, как он подошел. Подожди, начать взлом. На. Так. Вот сюда, 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 сюда. А где второй робот? Начать. Сюда. Вот так. Потом вот так. Да, я. Листать мостак.
вашу ручку. Эй, смотри. Ну, давайте побыстрее. Доннер Веттер, что за боль? На любимый, на мозоль. Пляска такая нелегка. Но зато моднее, да, пока. Раньше так, потом вот так. Да, я плясать мастак. Так, это что? Это у меня... Так, это что, когда вы изобретаете предмет, вот это вот вообще мне нахрен не надо. Это, о, сила. Так. Ну вот это точно вот заменить надо. На. Подожди, чё, блин, я что-то не то сделал, подожди. На. Это вот точно заменить надо. Так, это бурундук, крыса, чё у меня там? Если стоять неподвижно, вы становитесь невидим. Почему у меня так медленно становишься невидим? Так, ДНК. Шприц какой-то там тоже. Ладно. С оружием что у меня? С оружием, как всегда. Ладно. С оружием, как всегда, прелестно. Последний шанс, парень. Соглашайся прямо сейчас, я оставлю этот хлам вам с немкой, но если вернешься, восторг превратится в аквариум. Черт, ты дал ему сбежать. Мне надо подумать. О, ну конечно, без проблем. Найди большому папочку и обыщи его. Очень советую лучше обыскать труп. Конечно. Это первый шаг по превращению так. Тебя в одного из... Так, зимняя стужа, акустический удар, рой насекомых, циклон, дверь, сжечь. Это заставить открыть ее для тебя одну из малышек. Человек, огонь. Они смогут тебе доверять только если на вид, на звук и даже на запах ты будешь как одно из этих вонючих чудовищ. Когда Райан занял это место, здесь они делали своих гнусных големов, своих франкенштейнов. Отыщи части костюма. Веди малышек. Так. У меня что, у меня 176, я почему не могу-то? Так. Ну давай заменим. Так. Что у меня? Вау, у меня это что такое? Это что такое у меня? Вот так, такой-то следующий, хорошо. Итак, чем нам надо-то? Так, скрылся на тренировочном полигоне больших папочек. Вам самому придется стать большим папочкой, чтобы достигнуть цели. Смотрите в соседней лаборатории. Ох. Так. Начать. Некоторым запахом, феромоном. Но это не то же самое, что побрызгаться одеколоном. Тебе понадобится 3 промышленных впрыскивания этого вещества. Так. И тогда малышек подтянет к тебе, как пчел на мед. Тебе надо собрать 3 феромона. И тогда от тебя будет так же мерзко нести, как от большого папочки. Так. Блин.
Так. А как мне еще надо-то? Подожди, что-то сообразить не могу. Так, мне надо. Ну хрен с ним, предположим, так. Вот так. И. Да не так. Точно не так. Вот так. Фух. А есть загрузка нахрен не то. Я где? Последний шанс, парень. Соглашайся прямо сейчас, я оставлю этот хлопок. Да иди ты нахрен. Но если вернешься, восторг превратится в аквариум. Черт. Ты дал ему сбежать. Мне надо подумать. О, ну конечно. Без проблем. Найди большому папочку и обыщи его. Очень советую лучше обыскать труп. Спокойно. Спокойно, ладно. Мы воскреснем, ничего страшного. Вот большой папочка. Нашел систему управления костюмом. Зергут. Это первый шаг. Размер бота. Тебя в одного из мерзких больших папочек. Единственный способ пройти в ту дверь, через которую ушел Фонтейн, это заставить открыть ее для тебя одной из малышек. Они смогут тебе доверять только если на вид, на звук и даже на запах ты будешь как одно из этих вонючих чудовищ. Тихо. На. Начать взлом. Вы, падлы, на меня что ли надумали? Нацелились. А вот хрен вам. Мало еще. Так. Вот так. Подожди, вот так, вот так. Прямо прямую надо. Вот так. Вот и все. Так. Давайте сохраним. Так, мне надо кучу всего насобирать. Кучу всего. Ай-яй-яй. Тебе понадобится 3 промышленных впрыскивания этого вещества. И тогда малышка потянет к тебе, как пчел на мёд. Тебе надо собрать 3 феромона. Подожди, стой, стой. Тебя будет стой. Так же мерзко нести, как так. От большого папочки. Так, мне понятно, мне туда еще рановато. Стой. Давай. Но есть же другие. Куда ты собрал? Здесь? Малышек. А, еще. Еще специально подзывать малышек надо. Вот так. Противопехотные, ну давай. Давайте, падлы. Сейчас мы вас казнить будем. Разобучу. Вот так. Паразиты ненавидят три вещи. Свободный рынок, свободную волю и свободную. Так. Подожди. Пленка, сквозная граната. Давай сквозную гранату возьмем. Голосовой ящик, чтобы твой голос
стал как у большого папочки. Отвратительные создания. Хорошо. Да тихо ты. Блин. Стоять. Ха-ха. Так, начать. Вот неплохо. Так. Вниз. Сюда. Вот так. И, блин, а как? И вот так. Кена. Вот так. Пошли, пошли, пошли. Пошли. Так, мне надо голос, значит, здесь взять. Здесь берем голос. Тихо. Спокойно. Спокойно. Блин, убежал, падла. Где? Блин, большой папочка, нахуй. Тварь такая, или большой папочка? Не беда, да. Ой. Это какой-то усовершенствованный папочка-то. Так. Готовы видеть сны, мистер Би. Из них троих лисы. Бронебойные патроны. Я слышу, как хлопают крылья. Давай. Наверное, еще один ангел. Так. Ничего страшного. Настолько, да, ни хрена у меня там магазин, насколько же устал. Так. Ничего страшного, я сейчас к тебе приду. Подожди, деточка. Вот это единственный плюс, наверное, в игре. Револьверные патроны. Ничего себе увеличил. Нет. Я дай не пострадать. Не беспокойся. И ты не пострадаешь.
Спасибо, спасибо. Да пожалуйста. Патроны для автомата. Так. Пойдем за голосом для папочки. Отсюда вышли. Что ты такой грустный? Ага. Так, что у нас здесь такого есть? Какая-то ерунда. Картечь. Электрическая картечь. Электрическая картечь, давай. Что там? Нормально. Нормально. Сейчас мы... Вот ты чё, дебил? Ой, валивай. Ага, стоять. Уж чего-чего, сюда-то мы точно не хотим. Деньги за ним. Заметили, да? Так. Пахнуть, как и как этот папочка. Разговаривать, как папочка, значит, надо. Что надо сделать еще? Готов признать, Фонтейн проявил предусмотрительность в этом своем плазмидном бизнесе, но он никогда то... Спасибо. Нормально. Не будь другом. Не буду. Короче, тут... Ага. Напал. Жидкий азот. Надо знать, где что брать. Так-то быстро можно пройти. Знать главное, где что поднять. Да. Вот так. Давай. Где у меня арбалет? А это у меня с чем? С остальным наконечником.
Ну вот и правильно. Вот и хорошо. Мы пристрелили того козла, что причинил нам много зла. Генные инженеры. Так, по взлому. Ну, по взлому мне тут помощников нету. О, ну лучше. Неуязвимость. Так, неуязвимость к урону от гранатомета. Так, дальность химического распыления. Вот так вот. Вот так. Взламываем. Стоять! Это ни хрена себе! Это что за скорость такая? Так. Подожди. Вот так. Блин. Да. Ради вот этого я что ли все делал? Так, а что здесь есть? Здесь нет ничего, что мне надо было бы, правильно? Так, как мне, я заморожу ее, ну допустим. Ага. Подожди. Стоять. Маленько что-то не то. Так. Не будь другом. Начать. Так. Так. Это сюда. Твою ж мать-то. Сюда. Где? Вот сюда. Вот сюда. Ну прямая-то хоть одна есть еще. Нету. Ладно. Так опять же нету прямой. А, нет, вот прямая. Все? Давай ищем голос. Хочешь, я научу тебя танцевать? Я умею! Тихо. Я с него кое-что подобрал тут. Не понимаю, где тут что надо искать. Блин. Мне даже карта вот не очень-то, знаете ли, помогает. О, что-то есть. Так. Задание звук. Так, я говорю как папочка теперь. Вот. Одним меньше.
Миша, осталось еще два этапа. Теперь в других лабораториях тебе нужно раздобыть костюм и феромоны. И чего ты ждешь? Письменного приглашения? Такс. Ладно, не суть важно. Вау! Ну-ка, тут есть револьверные патроны вообще? Надо взломать. Надо взломать. Ну, начать. Конечно. Текс. Вот текс. И вот текс. Текс. Что у нас тут? Ну, не знаю, вот так, наверное. Всё. Убью! Ни хрена себе! Подожди. Что там, убью? Соскочили, побежали. Что за невоспитанность? Похоже, он сдался. Ты... Да. Давай, открывай. Ой, чуть папочку не стрельнул. Добро пожаловать на расправу. Закрыть. Так. Ну вот, только вызови шопу. Готов признать, Фонтейн проявил предвидимость. В своем плазмидном бизнесе, но он никогда толком не смыслил. Ну что ж, думаю, на этом все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Я видел предварительные схемы плазмидных аппаратов. Пока.